Я уверен, что мы идем к очень сильной и жесткой президентской власти в стране. Нравится это кому-то, не нравится, мы придем к тому, что будет президентская республика в Украине. По одной простой причине. Потому что, посмотрите на этот парламент. В состоянии он до чего-то договориться? В состоянии он сделать какие-то конструктивные шаги? Если в состоянии, в такой жесточайший кризис, почему не договаривается? Почему трибуна последний месяц блокируется, а не работают депутаты? А я могу сказать, не в состоянии он ничего сделать. Поэтому мы идем к президентской власти. Почему это важно? Почему? Потому что президент, если будет принят еще прозрачный, понятный, простой закон об импичменте президента, президентская власть добьется одного. Будет связь людей с одной стороны, простых людей, у которых вот это все болит, о чем мы сегодня говорим, и президента. А между этим молотом и наковальней окажутся все вот эти чиновники, бизнесмены крупные, олигархи так называемые и так далее, которые сегодня практически руководят страной.